Разбросанные пакеты, десятки банок и бутылок, пищевые отходы, деревья, коробки, старая мебель. Мусорная площадка у женской консультации по адресу Космический проспект 26А превратилась в большую свалку. О проблеме местные жители сообщили в редакцию телеканала Омск ТВ. Бездомные собаки разносят отходы по всему микрорайону. Ветер раздувает пакеты. Вокруг антисанитария и зловонный запах. По словам омичей, площадка постоянно завалена мусором. Рекоператор редко опустошает контейнеры. Этот раз уже критический. Люди жаловались в управляющую компанию, но никаких действий не последовало. Телеканал Омск ТВ попытался получить разъяснение в компании «Магнит». Оперативно предоставить ответ там не смогли. Ситуацию прокомментировали в мэрии. Департамент контроля выдаст предписание управляющей компании, в рамках которого хозяйствующий субъект должен будет устранить нарушения.